Так, жара. Теперь всю неделю жара и дождей не будет. Это, конечно, хорошо. Плохо только, что все листья на помидорах засохнут. А так все это хорошо. Жара – это хорошо. Как-то моя дынька. Завтра мы ее опять взвесим. Я сегодня ее взвешивала. И завтра взвешу. Горох цветет вовсю. Прям замечательно цветет. Здесь посадили заново редиску, дайкон. Ту всю выдернули, выкинули. А здесь посадили. У меня огурчик. Давай, давай, расти. Кукурузу пасынков напускала. Ну, не буду я уже ничего делать. Некоторых я удаляла, а некоторые вот не стала удалять. Ну, чё, Лучок, как ты себя чувствуешь? Начал разваливаться, то есть ну, в развалку пошел. Кабачок растет. По крайней мере, вот этот. Этот, по-моему, нет. Стал засыхать. Убрать лишние листья. Только мешают. Вот этот, мне кажется, все. Ничего с него не будет. Засыхает. Ага. Чтоб не гнил, лучше убрать. Ну, а вот эти, может, и ничего. Тут он пошел. Так, а где мой горох? Тут тоже был у меня. Мята. И огурчики либелли. Пусть растут. Смотрите, как ее наклонило от тяжести ягод, наверное. Ой, ой, господи, смотрите. Володь, Володь, тут ветку смородину сильно наклонило от ягод тяжести. Собрала немножечко малинки, мисочку, чтобы не осыпалось, туда дожди идут. Сколько слизней здесь около малины вообще. Сейчас дождь был, смотрите. Через каждый шаг по слизню. Жирные, толстые слизни и улитки. Такой-то караул их сколько здесь. Прям все выползли на бедную-бедную малинку. Это уже третья, наверное, мышь, которую они поймали. Или землеройка. Землеройка таскают. Отчего у нас землеройка так много появилось? Вон как играть с ней. Да все уже там не с кем играть. Трупик один играется. Охотница. Почему у нас их много? Сено это дело хорошее, это замечательное. Но
Но-но-но. Мышей в сене. Ого-го. То есть мы разложили под деревьями сено. Ну, а там, естественно, вот эти мышки. Мышки, мышки. Ну, красота какая. На сегодняшний день за это вот время, что тут они такие хилые стояли, наросло листвы. Эти вот у меня товарищи все краснеют нижние, но я переживаю, сейчас было вот это, все эти дни, когда вот это все нарастало, все это разрасталось. Да, здесь все равно все вот ничего тут не нет и не будет, как я уже говорила, это связано с этим заболеванием, оно действует на урожай. То есть не на плоды, с плодами ничего не случится, они, если образовались, дозреют. Тут проблема в том, что нового вы ничего не получите, оно вот так вот работает. Ну и я боюсь, что сейчас, вот видите, будет погода 30-32 градуса, 28-30. Все, начнет опять буйствовать и распространяться. Все это у меня засохнет. То есть мгновенно пойдет это все у меня вверх. И вся эта моя листочки. Я ничем, вот с тех пор, как квадрисом последний раз обработала, все, больше ничего. И вывела их из этого шокового состояния после дозревателя. Больше я ничем не обрабатывала, я их не трогаю. Но я боюсь, что сейчас вот это все у меня засохнет. Вот видите? Все вот это у меня пойдет, и вот это все засохнет. Больное, кривое, косое. Брать медный купорос, обрабатывать медным купоросом. Вот просто уже неохота. Знаете, бывают такие вещи, когда ты плюнешь и думаешь, да пошло оно все. Вот оно. Куда пошло? И это время просто не тратить ни на что. Пусть как есть, так и есть. Ну, засохнет все будет, одни цербалки стоят. И пойдет все на стебли. Стебли начнут подгнивать. То есть так листья и цветы, а то будут стебли. Поэтому запускать тоже не надо. Ну, подожду еще недельку, потому что квадрисом там идет несколько недель, до 4 недель. Но на самом деле, по моим наблюдениям, 2 недели. Что медным купоросом максимум 10 дней, а лучше каждые там 7. Что вот этим вот 2 недели, и все, и пошло-поехало. Во-первых, и листва новая нарастает, как вы понимаете. Ну, вот такие вот дела. Вот эти вот так и не очухались, да. Вот если бычье сердце, они очухались, этим нет, эти нет. В смысле, не очухались от этой болезни. Видно, они не противостоят. Конопышечки ничего, конопышечки норм. Все листочки замечательные, все хорошо, пасынки растут. Поцелуйчики даже, видно, квадрисом помог, и они поперли. Видите, какие они такие не должны быть, какие они выросли. И еще продолжают расти. Потом что еще? Ну, может быть, и тут что-то еще будет. Пока не видать, видите, все засыхает. Ну, я говорю, жду вторую половину лета. Тогда, может быть, это все вот начнет расти. Пока вот переждем. Вот эти же июль будет такой тяжелый месяц, да, в июле. Черная богиня вроде бы тоже ничего пошла. Она к вечеру скукоживается, а утром стоит нормально, распрямившись. А к вечеру все скукоживается. Хотя сейчас поливов никаких у них нету. Тут было довольно сыро. Ну, дожди шли. Как бы и листвы было мало. Нечего было поить. Вот все подвалилось. Видите, сколько процентов урожая отваливается? Эта болезнь так и действует. То есть вы теряете в урожае. У вас, ну, 20%, наверное, от всего, что вы можете получить, получите. А может, вообще ничего не получите.
Так он, эта болезнь действует. Поэтому высаживаю очень рано. И, ну, в этом году, говорю, это я виновата. На консенты понадеялась, думала, ну, а вдруг поможет, ничего не помогло. Надо было, конечно, не думать, надо было заранее обработать медным купоросом. Ну, или медсодержащим препаратом каким-нибудь, если не мед самой. Ну, ладно. И запустила я, просто запустила, и все. Тут стоит только запустить, и дальше бороться с этим уже сложнее. Ну, как вымахал черный принц, надо его замотать. Ну, вот такие у меня они, красавцы стоят. Но без плодов. А так красавцы. Пока листья целы. Сейчас все засохнет, начнет засыхать, некроз и так далее. И так вот будет все засыхать. И все. Так, ладно. Наконец-то они подросли до такой степени, что я смогла. И мульча появилась к этому моменту, что я смогла их обложить мульчой. Поэтому пусть теперь растут в тепле, в уюте. Добавляют каждый день. Перчики тоже растут не по дням, а по часам. Уже мне больше, чем по пояс. Растет. Ну, пусть растет, я ему не мешаю. У меня есть, которые вот сейчас будут.